Судоходство между материком и островом Путятина временно прекращено. Пролив полностью перемерз. Комментарий о сложившейся ситуации дал начальник поисково-спасательного отряда Валерий Чудов. В связи со сложившейся ледовой обстановкой в заливе Стрелок временно прекращена паромная переправа между поселком Путятином и поселком Дунай. Валерий Чудов отметил, что уже сегодня в районе ведутся специальные работы. Сегодня планируется работа морского буксира МБ-37 с целью околки льда в проливе залива Стрелок между островом Путятин и поселком Дунай. Поэтому убедительная просьба жителей поселка Дунай, поселка Путятин не выходить на лед, так как ледовое поле будет взломано и существует огромная вероятность провалиться под лед. Стоит отметить то, что спасатели в эти дни уже успели оперативно перевести несколько жителей острова, которые срочно нуждались в медицинской помощи. С этой целью была организована морская группа из двух спасателей, которая на катере вышла из бухты Руднева в бухту Широкая с целью переправить островитян на материк. Но зайти в бухту у спасателей не получилось. Лед был настолько крепкий, что не позволял катеру подойти к месту посадки. На помощь в этой непростой ситуации пришел рабочий буксир номер 326. Оперативный дежурный ЕДДС созвонился со старшим капитаном-диспетчером Корнеевым Алексеем Георгиевичем, который, оценив всю сложность ситуации, направил буксир в бухту, в которой он забрал пассажиров и доставил их в бухту Абрек. Анализируя всю сложившуюся ситуацию, Валерий Чудов с благодарностью отмечает действия капитана-диспетчера вспомогательного флота, капитана РБ-326, которые, оценив всю сложность ситуации, незамедлительно пришли на помощь. Тем самым оказали огромную помощь жителям поселка Путянин, а возможно спасли и чью-то жизнь. Ведь неизвестно, как сложилась бы судьба, если не оказали бы своевременную медицинскую помощь. Только во взаимодействии всех оперативных служб мы можем обеспечить безопасность жителей нашего городского округа.